Родригеса, ну, просто в два раза в диаметре больше, чем у Минеева. Конечно, превосходство в мощи, в массе на стороне бразильца. Это глупо оспаривать. Но Минеев техничный боец с большой школой за плечами. В боксе, в кикбоксинге, в тайском боксе. Поэтому все это нужно сейчас из той самой кладовой доставать и предъявлять своему сопернику в ринге. Ой, как здорово! Хорошо, здорово. Александр, мне наводит, вот смотрю сейчас, и наводит на мысль такая картинка. Великий К1, Дом Токио, Гран-при, тяжеловес. Это то, что мы ждали. Ох ты! Попадает Владимир Минеев. И рефери открыл счет. Конечно, поднимется. Будет Родригес продолжать, но штормит еще бразильца. И, конечно, Минеев, смотрите. Попал, Володя, попал, да. Зрители встали. Колено от Родригеса в клинче. Ну, а сейчас будет он всеми этими хитростями пользоваться, конечно же, чтобы избежать больших неприятностей. Раскачивает его сейчас Минеев. Готовит атаку. Опять впадает справа. С шагом бьет правой рукой. Но хитрющий Родригес тут же сближается. Начинаются объятия. Конечно, в интересах бразильца держать Минеева на ближней дистанции. Да, умеет держать удар Родригес. Потрясен еще бразилец. Заходит в сторону, удар в корпус. Да, Фернандо видно, приходит в себя. Тяжело. Встал, поднялся. Здорово, за шагом вправо. Задышал бразилец. И как зал-то включился. Публика все понимает. Да, это главный бой вечера. И, конечно, все ждали. Прекрасный поединок. Пропускает профессионал. Левый сбоку стоит. Завалился все-таки Родригес. И он потрясен. Плюс дышит очень тяжело. Еще целая минута работать. Есть шанс у Владимира, конечно, есть шанс. Потрясет Фернандо. И нужно пробовать найти еще щели, найти места. Ну, а бразильцу нужно сушить этот бой. Вот эти клинчи, объятия. Это то, что ему нужно сейчас. Но снова оказывается на полу. Скрутка из тайского бокса запрещена. Открыт счет. Потрясен Фернандо Родригес. С трудом он шагает в свой угол. 8. Утвердительно он отвечает на вопрос, готов ли ты продолжать. И это значит, что Минеев пойдет бить снова. Здорово! Родригес на полу. Наелся бразилец. Тяжело поднимается Фернандо. Упал тяжело. Угол готов выбросить полотенце. Рефери считает. Да. Да, это конец. Это нокаут. Владимир Минеев одержал победу, но недоволен Минеев. Хотел он решить вопрос окончательно и бесповоротно, чтобы никто ничего не подумал сказать. Но победа есть победа. Решение судьи оспаривать мы не будем, хотя я бы, конечно, еще посмотрел. Но мы знаем, главная задача рефери в ринге – обезопасить жизнь и здоровье бойца. Но недосказанность есть. Бату Хасиков у нас в ринге. Здравствуйте, люди! Вот моя любимая мамуля, которая третий год уже не ходит после инсульта. Из городской больницы выперли через 2 недели после инсульта, написав в выписке под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога по месту жительства, прекрасно зная, что ни одного врача в поселке нету. В январе будет ровно 3 года, как я бросил работу в Москве на Новой Риге и приехал в Архангельскую область, чтобы ухаживать за мамой. От государства и соцслужб никакой помощи нету. Выживаем на мамину пенсию, от которой после оплаты ЖКХ и покупки лекарств маме остается 10 тысяч рублей. Вот такой у нас тут унитаз есть. К1
коляска есть. Добрые люди подарили. Но на улицу мы не ходим, так как живем на 5-м этаже. Мама грузная, и нам не спуститься никак вниз туда. На коляске ездим только до ванной. С горем пополам забираемся в ванную, затаскивая ее, и моемся, сидя на табуретке. Спасибо вам за внимание. Здоровья вам и вашим близким.